про игроков в одной точке, да, там, к примеру, там, GGA, там, все в одном, в Чикаго тусуются, там, у них East Coast, West Coast, они там все друг друга знают, они тренируются, они на этом даже деньги поднимают. Ну, у них отношение совсем другое, это уже давно обсуждалось. Ну, ладно, так, first hit от Раши. Плевок в лицо наглый. Уважает вас, Бенжина. Да. Тебя понерфили. Вот, знаете, у меня знакомый ненавидел рептилию в 9-й части за то, что он был похож на Барцуку. Забавно, но у него движение так выглядит так, что он сейчас больше похож на Барцуку, особенно вот этот удар, размашистый. Да, да, размашистый. Я так но он просто больше не выглядит как Барцуха. Братуха-Барцуха, так. Ну, мы слишком отвлеклись. Это акробат. Как мы видим, Алхим пытается приноровиться к Расти. Сейчас у него неплохо получается, если сейчас он угадает, то Расти будет неприятно. Ой, он дропает, но... Я не понимаю, что это было, но это было. Он, это знаешь, это дисреспект к бросок, потому что раз, он не работает. Ты можешь на Вейке делать броски, но не работает как Вейк. Если бы Алхим полез, он бы выиграл раунд. Ну да. Так. Он просто Алхим уважал. Он не знает, что там... Так. Так, хорош, да. Прочитано. Ну, Алхиму, да. Чип, он еще пора ворваться. Раст очень уверенно вейкает со слайдами, он не боится то, что их заблокируют. Это панишится, точно уверен. Отличный бейт Алхима, так. Ну, конечно, он там не такой большой, то есть как бы там среагировать можно не успеть. Да, само собой. И это грязно, и это работает. Нет, это был брейкер. Это абсолютно неправильный брейкер, нельзя так отдавать. Надо было просто набить метр себе и дальше доминировать в следующем бою. Это вот так оверхед, короче, просто взял, бросил. Оп. Ну, видели, очень странно, что оверхед, который там в этом контакт просто вообще не на что. Чип стоит на коне. Да, я тут прям смотрю. Я не люблю болеть, я не предвзятый человек, но я просто смотреть как раз-то предполагает, и это отлично среагировал армоном сейчас Алхим. Расти нужно думать что-то. Так, он очень сейчас осторожен, он боится армора, понятное дело, потому что армор его... Так. Посмотрите, в отличие, как мы видели в прошлый раз, обсервер наелся этих 4-2. Да. А Алхим приноровился, и сейчас правильный вейк все решит, и нужно просто... Да, просто затыкал до смерти, на, получи! У него убрали 1-1, но есть еще D1. Сломал коленную чашечку рептилии, посмотрим, сможет ли она оправиться. Короче, у нас в России рептилия норм тир. Все да. Хорошо у нас, угу. Все у нас хорошо. Да, все отлично. Не надо наговаривать о наших игроках. Дальше, да, давайте продолжим. Вторая игра у нас идет. Раз ты должен что-то уяснить для себя. Вот это был неприятный очень размен для Алхима. Так. Сейчас, миллион слайдов. Проезжает он до угла, где может вполне помиксить дропы. Алхим не ожидает оверхеда. Так. Вау, вы это видели? Вот это было очень здорово. Сейчас он, походу... Практически флоулес. Да, сейчас он, походу, контрпокнул с помощью оверхеда вот этого, который... Он очень быстрый, в принципе, по хорошим хитбоксам. Давайте посмотрим. Очевидно, плевок в лицо. Рептилия, уничтожитель Джина. Сейчас это будет армор, потому что Алхим... Нет, нельзя отпускать блок. Вот это... Оно. О, нет. Сейчас наказание. Это, да, наказание очень. 9% паниш за то, чтобы... Это несправедливо. Да, Алхим не хочет наказывать пробежки. Ну, в принципе, у него еще есть. 2 метра. Да, если сейчас он угадает. Так. Опс. Считает от шарика. О. Все-таки раз ты видно, пытается очень обмануть. Я уверен, что вот эта царапка, она ансейфовая. Да, там есть небольшой минус, но точно она наказывает. Так, и сейчас посмотрим, будет ли наглеть Раста. Нет, Раста не наглеет, его просто затыкали опять. Он пытался. Алхим понял, что у Расты реально была проблемы с поками. У Рафили, походу, такая же проблема, что это был плохой, это был отвратительный слайд. И отвратительная комба. Так, грязь. Пошла грязь. Откровенная. Так. И. Все, пошли. Грамотный бейт от Алхима. И это очень плохо. Камбэкнуться в этой ситуации очень сложно, но мы верим в Расту. Так, да, оверхед. Плюет. Еще так 10 раз он выиграет. Еще раз. Вот, смотрите, он пользуется этим. Смотрите. Мне кажется, сейчас. Давай.
нет. Аркет не работает, да, и... Закончилось. Да. Раста пытался.